должны ответить инвестору, на самом деле, всего лишь на 4 вопроса. Первый вопрос – что? Все начинают объяснять, что это будет делать, не что они делают, то есть какой продукт. Это вот классическая ситуация, если спросить там, у водителя, а вот где находится, ну, условно говоря, улица Полковая, дом 3. Он начинает объяснять, ну это ты вот, откуда ты поедешь? А, я поеду, ага, ну значит ты едешь вот туда-то, потом там на Садовое кольцо, не надо, я сам разберусь, когда это. Ты мне объясни, где это. Ты должен объяснить не какими свойствами будет обладать твой продукт, а какую, по сути, свою потребность он закрывает, то есть какую задачу он решает. Второй простой вопрос, почему? То есть почему твой продукт выстрелит? На самом деле классический ответ стартапера, потому что он будет лучше. Ну, это вообще идет лесом практически сразу. Ответ на вопрос, почему, то есть почему выстрелит, он на самом деле тоже бьется на несколько. То есть почему с точки зрения продукта, ну, например, продукт там закрывает нишу, которая там не была закрыта. Или потому что у него там система дистрибьюции, продвижения, там привлечения клиентов будет лучше, другая там технически организована. Потом надо, естественно, ответить на вопрос, почему. Почему конкурент, не посмотрев, что ты сделал это, не сделает это, и, собственно, все твои конкурентные преимущества пропадут. Третье. А почему просто крупная компания, которая действительно может вложить кучу ресурсов и людей в создание этого продукта, посмотрев на тебя, не сможет сделать то же самое? Ну, то есть, почему они все не успеют? Третье. Ответ на вопрос, зачем? То есть, а зачем тебе это нужно? А ты чего от этого хочешь? Ты хочешь снять с меня денег, отдать мне этот проект и уйти? Ты хочешь поработать в этом проекте год, там, опять же, сбагрить мне его и уйти? Ты хочешь продолжать работать в этом проекте? Ты хочешь продолжать работать там до следующего раунда финансирования? Неважно. Я должен понимать, кто ты для меня. И четвертый, не менее простой вопрос, сколько? То есть сколько денег ты от меня хочешь сейчас и на что? И, грубо говоря, сколько денег может заработать этот проект или за сколько этот проект можно будет продать там, через 3-4 года? Вот разница вот этих двух денег.